Добрый день, дорогие мои зрители и подписчики. Недавно я сделала заказ на крупном интернет-сайте New Shake. Заказала это китайский интернет-магазин большой. Заказала вот такие товары. Пришли они мне. Это новая почта в двери принесла, а это Укрпочта получала там. Сейчас рассмотрим, что я получила. Эта посылка быстро пришла, дней за 10, наверное. Это для кухни вещи. Упаковано хорошо. Вот эта штука. Это вот для приготовления продуктов на пару. Вставляется в кастрюлю, вот как видите. Видите, такая площадь. Ножки здесь. И готовите на пару. Диаметр 26 сантиметров. Нержавейка приятная. Ножки вставляются легко. Установила вот я ножки. Вот так устанавливается она. Даже кондитерские изделия. Пирог я, например, даже выпекаю. Положила на эту решеточку. Остынет хорошо. И будет в ней пароварка. И для кондитерских. Вот такая штучка. Ссылку оставлю под видео. Вторая вещь. Такие антипригарные коврики. Я заказала светлые. Там были еще черные такие коврики. Идет комплект 4 штуки на 4 конфорки на плиту. На плиту. Вот эта конфорка вставляется и кладется на плиту. А мне понадобилась такая вещь, как я купила коптильню, что ставится на плиту. Первый раз я делала, под ней, ну, такое темное, эта плита была ужас, прожженная. Второй раз я коптила, то фольгой пользовалась. А вот это я заказала, теперь буду вот этими ковриками антипригарными пользоваться. После приготовления их помыла. И дальше можно пользоваться. Хорошие антипригарные коврики. Тоже быстро пришли. Ссылка будет на этот товар под видео. И еще посылка. Такую рубашку я заказала. Вот такая рубашка. Рукав длинный на манжетике. Можно закатить его. И вот здесь застегивается фасончик. Сзади длиннее, спереди короче. На пуговичках. Ну, надо померить. Еще я рассмотрела вот в боковых швах карманчики. Сделано сзади вот так длиннее. Спереди немного короче. Материал хороший, дышащий. Сзади складочка, нормальный пошив, ни запаха, ничего, хлопком пахнет и все. Я довольна, хорошая рубашка. Здесь так, расклешение, может выровняю, может так буду носить. Вот такая рубашечка, натуральный лен с хлопком, такая вот приятная рубашечка. Я уже в новой рубахе. Вот такие покупочки. Ссылки на все товары будут под видео. Понравилось? Зайдите в этот магазин. Зайдите на этот сайт. Сделайте себе покупки, если вам захочется. Так что приятных вам покупок. Смотрите мои видео. Нравится видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. И всего вам самого доброго.